циклон над Витебской областью. Когда он покинет Беларусь, а также о ситуации на столичных улицах и проспектах вечером, расскажет наш корреспондент Наталья Стельмах. Можно смело сказать, что ситуация с утренними пробками повторилась и в вечерний Чизпик. Будь то личный или общественный транспорт, дорога домой у многих занимает не один час. Во всяком случае, в столице. Это при том, что не прекращает работать и снегоуборочная техника. Но, видимо, больше тысячи специальных машин, а именно столько задействовано на расчистке снега по всей стране, не справляются с таким снегопадом. Для примера, накануне в столице высота снежного покрова была примерно 12 сантиметров. К вечеру этого дня больше 30. Но приятным подарком от Даниэлы стало то, что циклон пришел без сильного ветра. Напомню, специалисты прогнозировали порывы до 18 метров в секунду. Правда, из-за безветрия стихия несколько дольше задерживается над Беларусью. Сейчас от столицы эпицентр циклона постепенно смещается к Витебску. Если обратиться в спутниковую информацию, в онлайн-режиме, то можно проследить его траекторию. То есть он смещался с юго-запада через Брестскую область. Вот днем он был над Минском, но погода была довольно-таки неординарная. По северной половине прошли сильные снегопады, также отмечались гололедные явления. А вот по южной половине, в основном это Брестская, Гомельская, и по юго-востоку нашей страны отмечались осадки в виде ледяного дождя. По словам синоптиков, осадки продолжатся и ночью, постепенно уменьшаясь только к завтрашнему дню. Поэтому по возможности воздержаться от поездок на автомобиль белорусам рекомендуют и следующим утром. Кроме того, во избежание остановки троллейбусных маршрутов, их уже сегодня заменили на автобусы. Ведь заторы на центральных улицах столицы сохраняются и сейчас. И хоть это, конечно, не десятибальные пробки. На этих кадрах с высоты хорошо заметно, что до сих пор проезжая часть не опустела. Хотя обычно в это время встречается разве что единичный транспорт. Что же касается более далеких прогнозов, то вслед за снегопадом в Беларусь придут морозы. Температура будет постепенно понижаться. К выходным морозы усилятся до минус 16 градусов днем и до минус 25 ночью. К слову, погода для января не аномальная. Главное, как говорят, не забывать утепляться. Спасибо. На связи со студией новостей была наш корреспондент Наталья Стельмах.